Приветствую всех, Blender 2.81 и новая информация, которую я нашел, ролик 11 марта 2020 года. Авторов канала, название каналов оставлю в описании. Ну и ссылку, как обычно, если кому-то надо, кто-то не найдет, могу выслать. Давайте посмотрим, что можно сделать. В начале ролика вы уже, наверное, посмотрели, что свечение, рыбки там, ну и так далее. Давайте посмотрим. Так, вот есть куб, камеру отключу, свет отключу пока. Видимость нажимаемых клавиш слева. Погнали разбираться. Итак, будем рассматривать на примере вот этого куба, просто понимание принципа. Так, единица на нампаде, G отводим в бок. Дальше добавляем в Edit Mode, в преференциях находим аддоны и в аддонах пишем экстра. Вот здесь в поиске пишем экстра по-английски. И находим аддон Add Mesh Extra Object и ставим галочку. Все, когда галочку поставили, он уже работает. И заходим в Add Mesh. Находим вот это Single Word и Add Single Word нажимаем. Вот появляется вот такой вот пивот точка. И будем теперь настраивать именно частицы. Нажимаем модификаторы, находим Particle System, частицы, и переключаемся на частицы. Находимся на включенном кубе, а внизу вот это вот именно точка. Переключаемся, сейчас мы в Edit Mode находимся и переключаемся в Object Mode. Следом настроим вот эти частицы. За место 1000 номера пишем, ну давайте 50. Enter. Потом вариации именно поставим, ну пускай 10 вариаций. Frame Start. Нажимаем минус 250. Именно минус 250, а не 250. Если наберете 250, работать не будет. Так, смотрим, что тут происходит. Вот частицы падают. Все нормально. Все работает. Таймлайн включен. Назад, возврат вот на начало. А это на конец. Вот эти вот клавиши. Перемотка. Здесь конечный кадр ставим 500. Ну, давайте поставим 250. Посмотрим, что будет, ну, в качестве эксперимента. Так, здесь ставим lifetime, ставим 1000, именно пишем 1000. Не единицу, а полностью 1000. Ну и здесь randomness поставим где-то, ну давайте 71. Так, смотрим, что получается. Все, вот частицы падают. Нам нужно теперь, как обычно, настроить рендер и настроить физику. Заходим в рендер, находим Hala, ставим Object и находим вот пипеткой, ставим на куб. Теперь будет падать куб. Вот такое, вот такая штука. Ну и поднастроим физику. В физике поставим Roy, Bolts. Смотрим, как все происходит. Вот все вылетает. Вот такая штукенция. Теперь физики поднастроим. Так, килограммы поставим 0,3 килограмма. Следом настраиваем вот этот Bolt Brain. Ставим плюс и находим столкновение вот это, чтобы они не сталкивались, а Old коллизия. И следом поставим Flow Lever. Вот это. Flow Lever. О. Пока его настраивать не будем, переключимся на Separate. Вот этот. И поднастроим Movement. Так, здесь ставим Speed где-то 19-20. Смотрим, что происходит.
Вот частицы летают вверх. Сейчас будем все это дело поправлять. Velocity вот этот немножко уменьшаем. Так, поставим на паузу. Здесь Add Perfect Space вот этот ставим побольше. Это расстояние между вот этими всеми кубами. Вот такая штукенция. Смотрим, болт стоит. Здесь поднастроено более-менее. Теперь Flow Labor включаем и добавляем Shift. Да? Добавляем Mesh, добавляем экосферу. Делаем ей S, G уводим в бок. Переключаемся на кубы вот эти и поставим вот здесь вот Particle. Именно вот Flow следить за объектом. Поставим вот за этим объектом. Типа так, экосфера Line поставим. Следом Evot поставим Bolts. Смотрим, что тут да как. Вроде все включено. Scale, если отключать, то будут большие вот эти кубы. Если есть ротация и координаты вот эти. Ротацию ставим, можно, я так понимаю, поправлять всю эту штуку. Так, ну смотрим, что получилось. Все еще летят кверху. Значит, нужно поднастроить вот здесь. Ставим 500. Включаем. Все еще плюются кверху. Так, 50. Здесь. Ну так. Поставим давайте 100. Посмотрим, что будет. Ничего, их просто стало больше. Минус 253 килограмма. Здесь настройка вроде правильная. Флок. Пробуем. Все еще они летают. Болт стоит. Вот они стали разлетаться вверху. Переключаемся на вот эту сферу и переключаемся на флок. Вот на этот. Верт флок вот этот. И вот получается вот такие разлеты. Так, сферу можно S немножко уменьшить, G увести из кадра. Ну и куб можно S немножко уменьшить. Уменьшаем куб, уменьшаются и те кубы. Вот вы видите. Вот такая штукенция. Поэтому куб мы сделаем чуть-чуть S и G уведем его в бок. И вот так вот могут плавать рыбки. Вот такая штука. Если за место куба рыбу поставить, давайте попробуем в качестве эксперимента. Импорт FBX. Я тут одну набросал. Так, вот эту камеру delete и свет один delete. Так, переключаемся теперь вот на рыбеху. G. Смотрим, куда ее увести. Переключаемся на кубы и поставим теперь здесь за место куба вот эту рыбу. Выбираем Object. Выбираем. Так. Закрываем и выбираем вот эту рыбу. Вот теперь рыбёхи. Смотрим, как они плавают. Прикольно так и плавают. И можно здесь поставить вот скайл размер побольше. Тогда они будут вот такие вот. Размер поменьше. Вот они уменьшаются. Если сейчас взять рыбу и попробовать ей S английское прибавить. Вот увеличиваются и рыбёхи.
Вот так они беспорядочно плавают. Вариацию можно им еще прибавить. Здесь поставить не 10, а можно поставить, допустим, 12 вариантов. Вот она выплевывает сначала. И вот они сейчас будут по-разному плавать. Теперь выбираем икосферу, жмем ей S, чуть-чуть прибавляем и попробуем ей поруководить. Вот по идее, куда мы ее уведем, они должны тянуться к ней. Но чтобы они к ней тянулись, нужно опять, наверное, переключаться вот Separate, вот на эту, наверное. Да, вот они теперь плывут именно к этой сфере. Мы их G уводим, и сейчас они должны поплыть в эту сторону, да. Вот они следят за этим объектом. Вот такая штукенция. Так, это прикольная штука. Рыбки плавают, можно аквариум сделать. Ну и давайте добавим свечение. Выбираем вот эту рыбеху, переключаемся теперь. Это уже другой ролик и другая информация. Тоже оставлю описание, именно название канала. Как что, посмотрите, зайдете уже. Ну, правда, там на не нашем. И, по-моему, даже без звука, да. Вот этот ролик без звука. Просто нужно смотреть, что где нажимается, и улавливать вот эти все нюансы. Ну, чтобы вы все понимали, в начале ролика нужно не прозевать, нажать, сейчас я покажу, вот эту Bloom. Если вы Bloom не нажмете, дальше у вас будет не получаться, и потом вы начнете психовать. Так, теперь переключаемся на материалы. Вот, материалы. И вот здесь вот, Surface, ставим именно эмиссия. Свечение. Ставим, выбираем color. Ну, давайте зелененький, такой прикольный. И вот здесь вот можно поставить, ну, где-то 30 тысяч. Вот так. Теперь переключаемся на рендер. Вот этот материал. Сейчас все погаснет. Поднастроим свечение. И будем смотреть уже на рыбок. Вот такое прикольное свечение. Настройка еще есть вот здесь. Можно сделать чуть-чуть ее приглушить. И вот этим ползунком делаете яркость больше-меньше. А вот этим делаете еще цвет рыбы. Или можно вот так вот поставить. Выбрать любой вот цвет, видя вот таким вот образом. Вот такая штука получается. Так, немножко цвета прибавим вот таким макаром. Ну и теперь рыбу, вот эту рыбеху G, уведем куда-нибудь в бок. Можно ее даже попробовать скрыть. А вот такие у нас получились прикольные рыбки. Включаем начало и включаем play. Рыбки плавают, светятся, вообще все, ну, прикольно, да? Ну и теперь можно прописать вот этот весь процесс, сделать анимированным. Нажимаем на запись вот эту, жмем G. И вот пошла пропись вот этой анимации полностью. И вот такая получается анимация. Ставим паузу, смотрим, что тут записалось. Вот так все рыбки тут передвигаются. Все четко, прикольно. Можно ускорить потом и так далее. Так, рассмотрим еще один вариант. Опять же, по второму, вот по свечению. Здесь вот это все можно теперь закрыть. New. General, Don't Save.
Камеру опять можно отключить. Ну и N-панель, скринкаст и перезапустить. Что делаем? Так, отводим G, вот этот куб. Так, давайте его удалим и поставим какой-нибудь другой вариант. Ну, давайте импорт и каких-нибудь рыбок. Импорт. Опс. Тут у меня есть груди караси. Вот такой вот. S уменьшаем. G уводим в бок. И повторяем все вот это дело. На него нажимаем. Выбираем материал. Опять ставим свечение, эмиссия. И выбираем цвет. Цвет теперь поставим, давайте, ну, синий. Ну и чуть-чуть его приглушим. Так, теперь ставим рендер. И настроим свечение. Не забываем про включенную кнопку Boom. Вот эту. Так, теперь заходим вот в эту функцию и добавляем свечение. И ставим свечение где-то 40 тысяч. Во, чтоб поярче было. Прикольно. Так, теперь немножко все этому делу добавим еще. Света. Вот тут можно цвет менять еще, оттенок. Ну, так теперь рыбеха будет синеватая, нормально. Добавим Shift A, добавим Mesh, добавим. Ну, давайте икосферу добавим. Так-то она есть. Вы просто не парьтесь. Она вот она. Но ее просто не видно. Затемнена. Освещения лифт нету. Вот и все. Теперь нужно вот этой поставить в сфере. Опять же, этот модификатор. И ставим Particle System. Заходим в частицы. Жмем Play. Вот так вот. И находим. Нам нужно теперь гравитацию ей уменьшить. Вот она, гравитация Field Widget. И немножко это все дело уменьшаем. Проверяем, как это все будет. Можно ее совсем отключить. И вот тогда это все будет разлетаться. Это сделано. Теперь в рендере находим Object. Подставляем, выбираем нашу рыбу. И получается вот такой разлет, вот такое свечение. Теперь физика поставим, ну, поэкспериментируем. Болтс. И вот они, рыбки, будут вокруг этой сферы тереться. Если сейчас мы поставим флуид, вот они будут вот так вот разлетаться прикольно. Если поставим ньютониан, то будут ньютоны. Ньютоны. И вот так это все поставим. Поставим ноу, они будут прилипшие. Ну и что тут еще можно? Ну давайте ньютоны. Вот пусть разлетается вот так. Прикольно, красиво. Ну и настройки не забываем. Вот здесь вот первый кадр, конечный кадр. Lifetime давайте 500 попробуем поставить. За место 1000 давайте уменьшим. Тоже 500, чтобы было. Вот уже больше. Разлет такой красивый.
Шикарно. Ну и вариации давайте штук 7 поставим. Вот такая прикольная штукенция. Все, всем пока, до свидания. Буду еще искать информацию для вас на разных языках и пытаться вам это все дело более-менее понятливо передать. Название каналов в ссылке в описании. Все, всем пока.